В Краснодарском крае продолжает действовать региональный проект «Инициативное бюджетирование», благодаря которому даже самые отдаленные и малочисленные населенные пункты получили возможность благоустраивать свои территории. Ножницы возьмем и праздник наш скорее начнем. Привязаем ленточку. Кричим громко. Благодаря краевому проекту «Инициативное бюджетирование» около сельского дома культуры хутора Бронниковского была построена красивая современная детская площадка с различными игровыми комплексами, горками и качелями. То, что здесь она появилась, это, конечно же, просто какое-то счастье и удовольствие для наших детей. Потому что теперь нашим детям есть куда прийти, есть где провести досуг. Теперь появилось очень много желающих. У нас вечером и днем, и утром мамы, и бабушки, и дети. Здесь все постоянно. Созданы все условия. И лавочки, и игровые комплексы. И мы, конечно же, ее продолжаем благоустраивать. Высадили елочки, цветы. И, конечно же, это очень и очень хорошее дело, которое было сделано в нашем Протовском сельском поселении. В прошлом году поселение подало заявку на участие в краевом проекте. Заявка была одобрена. И средства регионального бюджета выделили более 1 миллиона рублей, на которые и была построена детская площадка, уже ставшая центром притяжения для детворы. Мне нравится горка и качели. А еще мне нравится, ну, сядешь горки. Это так весело! Я люблю очень детскую площадку. Нету лучше этой. Тут и горки, и качели, карусели. Горка очень красивая. Мне нравится детская площадка. Краевой проект «Инициативное бюджетирование» реализуется в рамках государственной программы «Региональная политика развития гражданского общества». Он направлен на стимулирование инициативы жителей поселений на участие в благоустройстве своих станиц и хуторов, создание более комфортных условий для жизни. Краевые дотации можно потратить на благоустройство парков, скверов, стадионов, установку детских игровых и спортивных комплексов, ремонт уличного освещения. До 2025 года на поддержку местных инициатив на Кубани выделят более 1 миллиарда рублей. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».